Ветряки в городке Хильхенбах в Северной Рейн-Вестфалии видны почти с каждого балкона. Но крутящиеся лопасти здесь никому не мешают. Как раз наоборот, жители радуются сильному ветру. Все они на этом зарабатывают деньги. Несколько лет назад чиновники из городского управления приняли решение о строительстве ветряного парка. Но необходимых средств, а это 15,5 миллионов евро, в бюджете не нашлось. Тогда и появилась новая идея. Жители выкупили свою долю в проекте, а город позаботился о месте и разрешении на строительство. Этот ветряной парк имеет большое значение для наших мест. Ведь средства, полученные от производства электроэнергии, остаются у нас в коммуне. Уже 4 года здесь производят электричество с помощью ветра. Только за последний год больше 20 миллионов киловатт-часов. Этой энергии хватит для 5000 домов. Кроме того, ветропарк привлекает посетителей. Вот эта группа проехала 200 километров, чтобы узнать о нем побольше. Отчитывается директор компании-оператора ветряка. До недавних пор электричество продавали местным сетям. Цена вопроса – 8 центов за киловатт-час. Уже полгода мы сами продаем энергию через посредника на Лейпцигскую энергетическую биржу. Так как спрос на зеленое электричество сейчас большой, это окупается. Мы получаем существенно больше, чем 9 центов за киловатт-час. 88 собственников в этом году впервые получат дивиденды. До этого жители только вкладывали деньги, но возможный риск начинающих инвесторов не пугает. Для получения широкого общественного признания необходимо, чтобы в проекте участвовали много людей, которые одновременно бы продвигали его и заинтересовывали других. То, что удалось в Хильхенбахе, другим только предстоит. Много бумажной работы и попытки убедить людей. Все это, чтобы уже через 2 года от нового ветряного парка выиграли бы как город, так и его жители.